Эти ребята в течение года плотно работали в школьных лесничествах, сажали деревья, убирали мусор в лесу, делали кормушки для птиц. Дети – участники областного слета школьных лесничеств, победители регионального этапа конкурса «Подрост». И сейчас они получают заслуженное вознаграждение. Едут к морю, в детский центр «Орленок». Я как член школьного лесничества ездил на всякие слеты школьных лесничеств, участвовал в многочисленных акциях, конкурсах. И по сумме всего этого выдалась возможность. Мы благодарим Управление лесами Брянской области за предоставленную возможность, и мы отправились в Орленок. Такую возможность ребятам предоставило Управление лесами. На участие в профильной смене в Орленке подавалась заявка в Рослесхоз. Заявку одобрили, и даже вместо положенных двух выдали 4 путевки. Данное мероприятие организовано было Рослесхозом, Управлением лесами Брянской области, и Министерством образования вот представило вот такие бесплатные путевки для ребят, которые стали победителями областного слета школьных лесничеств. Как отмечают в Брянском управлении лесами, такие объединения не просто прививают любовь к природе, а в целом ведут большую профориентационную работу. Мы, лесники, занимаемся не только подростом лесных насаждений, но и стремимся молодой подрост, это молодых ребят, чтобы они определились с будущей профессией, профориентацией. Вот уже со школьной скамьи воспитываем в школьных лесничествах. Желаю, чтобы наши ребята школьных лесничеств поступали также по нашей профессии, по лесной профессии. Вполне возможно, что после окончания школы я свяжу свою будущую профессию с лесом и экологией. Можно пойти в наш Брянский государственный технический институт на лесную кафедру. Есть возможность, мы тесно сотрудничаем с Санкт-Петербургским институтом, где также есть лесная кафедра. В Орленке ребята проведут 3 недели, где помимо отдыха узнают много о лесе, экологии страны. И, конечно, наберутся сил, чтобы в будущем учебном году продолжить работу в школьных лесничествах. Андрей Мамошин, Максим Кузнецов. События. Брянск.